Доблесть, мужество и утонченная красота. На второй этаж Калинковичского ЗАГСа поднимаются офицеры в парадных мундирах и прекрасные дамы в нарядных вечерних платьях. В будние дни каждый из них носит форму милиционера, но сейчас время танцевать. Светский бал приурочили к 103-й годовщине образования райотдела милиции города Калинковичи. Стала традицией ежегодно праздновать День образования Калинковичского РУВД. 1 июля текущего года исполняется 103 года со дня образования нашего райотдела. Ежегодно мы выбираем разный формат проведения данного праздника. Так сегодня было принято решение в этом прекрасном здании отметить наш праздник. Были приглашены сотрудники нашего отдела, члены их семей, которые согласились, приняли участие. До 1917 года подобные мероприятия были обязательной составляющей светской жизни. Это и место встречи общения, и важный элемент воспитания и культуры военнослужащих. Спустя более чем 100 лет эту традицию поддерживают белорусские офицеры. Как правило, танцевальный бал проходит в канун важных праздников в областных центрах и в столице. В Калинковичах раут прошел впервые, но точно станет традицией. В программе бала два вальса. Один из них так и называется «Вальс милиции». Лучших сотрудников РОВД в этот день поощрили грамотами и благодарностями. Некоторые примерили новые погоны. В адрес всех и каждого прозвучали теплые поздравительные слова. Екатерина Юрченко, Ян Михаленя, телеканал «Мозырь».